Se am luat taia. Приветствую всех вас на острове Сицилия, на нашем апельсиновом хуторе. Наш сегодняшний видеоролик я бы хотела начать с обхода, с обзора нашего дома, который мы в данный момент перестраиваем. За эту неделю в доме очень много всего произошло, хотя, может быть, на первый взгляд это и не видно. Крупные работы, которые были проделаны, это прежде всего новый бетонный пол. Наши полы поднялись на 10 сантиметров, под ними были проложены трубы под водоснабжение и под электричество. Кроме полов, ребята и много другой работы успели сделать, поэтому давайте пройдемся по дому, и я вам покажу, что было сделано. Начнем сразу с входной двери. Входной двери старой у нас больше нет. Ребята ее убрали и сделали новый проем для новой двери. Кроме этого, они занимались на внешнем фасаде тем, чтобы убрать все электрические провода. После того, как будет сделан фасад, их видно не будет. Раньше всю эту электрическую проводку было видно снаружи дома. А здесь наш новый пол, который поднялся на 10 сантиметров. С одной стороны, жара сейчас очень даже кстати, потому что все сохнет мгновенно. Здесь в нашей спальне дверь была слишком низкой, и это тоже ребята изменили. Сделали новый дверной проем. Везде, где прокладывались провода для розеток и для выключателей, это тоже все привели в порядок, заштукатурили. А тут я сейчас только увидела, уже начали вставлять металлические конструкции для дверей. Здесь мы находимся в пристройке, которая станет туристическим апартаментом. Пол здесь точно так же еще раз подняли на 10 сантиметров. Здесь в душе тоже уже вставлена была рамка для окна. И окно было заложено с правой стороны по размеру. А также, я смотрю, начинают уже готовить место для подоконников. Подоконники у нас будут мраморные. Здесь я увидела, что с правой стороны они тоже освободили снизу стену дома и начали прокладывать водопроводную трубу. Потому что я хочу, чтобы у меня снаружи дома на каждой стене был доступ к воде и был кран.
Это плитка, которая у нас будет лежать на полу в ванной комнате, размером 60 на 60. А теперь пройдем в нашу ванную комнату, посмотрим, какие изменения там. У нас сейчас как раз закат солнца, очень сильно отсвечивает. Надеюсь, что вам видно, здесь построили еще одну стену, разделяющую основную ванную комнату от душа. А здесь внутри у нас будет душ. Весь пол будет, конечно, на одном уровне. А здесь пол совсем-совсем свежий, они только что залили перед уходом. И, может быть, вы уже заметили, и стену, разделяющую гостиную с кухней, тоже привели в порядок. Здесь сверху у нас тоже будет мраморная плита. И кухня в форме латинской буквы L. Печь для пиццы ребята вынесли. Именно поэтому вы сейчас видели уже на кухне пустое помещение. И она стоит у нас сейчас на террасе. Еще коротко поднимемся на террасу. А здесь, где вы видите провода, там у нас будут установлены коробки от кондиционеров, чтобы они не висели на фасаде дома. Три с одной стороны. Лиска. И один с другой стороны. А также на террасу была выведена вода. И электричество. Муреми. Старую бетонную лестницу мы будем убирать. Здесь у нас будет новая лестница из металла. Я думаю, что на сегодня это все новости по ремонту дома. У нас Белло очень сильно любит подниматься на террасу, поэтому Филиппу здесь поставил европалетту, когда еще ребята ложили плитку, чтобы он не лазил в бетон. Один раз он все-таки умудрился это сделать, когда залили свежий бетон на крыше, на террасе. И поэтому после этого пришлось его очень долго отмывать и вызывать ребят для того, чтобы они откорректировали работу. Thank you.
Это кто у тебя, Лис? Сеньорита. Сеньорита это? Да, маленькая. Белю понюхать ее хочет сильно. Хвостик нюхает, нюхает. Лапки. Отнеси ее, Лисёш. Не могу. Ой, собрала. Маленькая это, по-моему. Эту я сегодня оставила, Соня тогда собирала другую кукурузу. Собачина ее еще разделит. У нас уже 8 часов вечера. Температура воздуха до сих пор еще 30 градусов. Очень жарко. Днем температура поднимается до 40 градусов. Я знаю, что не только на Сицилии температура высокая, но если это где-то в других регионах, скорее аномалия, и держится такая высокая температура всего несколько дней, то на Сицилии это абсолютно нормальное явление. То есть такая температура держится весь июль, весь август. Аномальным явлением уже считается, когда температура поднимается до 48 градусов, и такое мы во время отпуска на Сицилии уже пережили, как я лично переношу жару. Я жару переношу плохо. Не то, что я жалуюсь. Я, конечно, знала, что на Сицилии очень жарко. Я с этими температурами на Сицилии уже с такими высокими сталкивалась. И мне всегда было довольно-таки тяжело летом переносить такую жару. Спасаться можно только на море, в воде или под зонтом. Или, если в помещении, то с кондиционером. Только солнце и луна. Беллу сожрал у нас корзину. Мы ей пока еще не нашли замены и работаем со съеденной корзиной. Да, Сонь? Да. Отвлеклась на урожай кукурузы. А так, в общем, подводя итог, я такую высокую температуру лично переношу плохо. А вот если взять Филиппу, он на Сицилии вырос до 18 лет, и местные жители жару переносят, конечно, намного лучше. Я лично успокаиваю себя тем, что такая жара будет стоять сейчас у нас в июле, в августе, и потом температуры начнут немного понижаться. Только этим себя и успокаиваю, что когда-нибудь любая жара заканчивается, и, конечно, пытаюсь видеть сейчас в этих месяцах, в июле, в августе, и позитивное. Сейчас у нас самый разгар пляжного сезона. Это, конечно, особый период, которому все радуются и все ждут. В городе и на пляже кипит жизнь, и основная часть времени проходит вне стен дома. Жара жарой, но и на Сицилии никто работу не отменял. У нас сегодня день прошел под девизом кукурузы. Филиппу с ребятами до обеда прокладывал от колодца новую трубу, новую центральную трубу для орошения огорода. А я в это время собирала кукурузу. Кукурузы мы сажали, в принципе, немного, всего по 3 ряда. С левой стороны и 3 ряда с правой стороны от лимонного дерева, но выросло ее столько, что нам ее не съесть, даже с помощью родственников и друзей. Поэтому я сегодня собрала несколько ящиков кукурузы и Филиппу ее сдал. Остальную кукурузу маринуем в банках на салаты, замораживаем и жарим на костре. Хорошая, дочь. Немножко там только что сверху было, ничего страшного. Замечательно. Замечательная дочь, хорошая очень. Мелло. Сядь, Белло. Седуто. Седуто. Bella, bella, seduto, seduto. Bravo. Bravo, bella. Seduto. Mamma, non ti no. Provo. Noi can. Ничего страшного, Соня. Сверху отрежем носкимо. Побумаем где-то сами. Да. Кукуруза? Да. Большой костюм? Нет. Не кукурузы.
Короче, компост это. Листья все, компост сложим. Тебе нравится кукурузу чистить? Да. Да? Дай мне еще одну тоже, пожалуйста. Очень любим кукурузу на костре, а также мы ее консервируем и замораживаем. У нас кукуруза своя, но даже если у вас нет своей кукурузы, то с чисто финансовой точки зрения кукурузу стоит консервировать, даже если вы ее покупаете. А кукуруза, приготовленная таким способом, получается как магазинная и даже еще вкуснее. Для этого початки я очистила. Кукурузу я буду варить в воде до готовности. Ребята включили бетономешалку. Они начали заливать в доме полы. Полы у нас в доме поднимутся примерно на 10 сантиметров. И поэтому дальше мне придется работать со звуком, с шумом бетономешалки на заднем плане. А насчет варки, насчет кукурузы. Варим мы ее до готовности. У меня кукуруза еще молочная, молодая. Поэтому сварится она, конечно, намного быстрее, чем кукуруза более зрелая. Первые початки кукурузы у меня готовы. Как только они сварятся, я их закладываю в холодную воду и оставляю в воде до полного охлаждения. У нас уже наступил вечер. Продолжаем работу после моря. Филиппу делает очередную порцию томатного сока, точнее томатного соуса. Собрали сегодня опять большие 3 чашки помидор и делаем томатный соус. А я в это время занимаюсь дальше кукурузой. Кукурузные зерна я начала отделять от початков. Я не знаю, может быть, какой-то есть более лучший метод, чтобы удалять зерна от початка. Если это так, то, пожалуйста, напишите мне в комментариях, если вы с ним знакомы. Я срезаю зерна просто ножом. В работе, муженек. Я сейчас еще разделю кукурузные зернышки руками и начну их раскладывать по банкам, чтобы посмотреть, какое количество банок у меня получилось. С банками у меня большая напряженка, всем это, наверное, знакомо, всем, кто делает заготовки. И сейчас я вспомнила как раз тот момент, с чем мне было всего труднее расставаться в Германии. Если бы я, конечно, заранее знала, если бы мы заранее знали место нашего будущего проживания, тогда бы я, наверное, взяла с собой просто все, и особенно мои любимые банки и бутылки, которыми я пользовалась каждый год для консервирования. Заранее мы этого не знали, этот вопрос о месте проживания был открыт, когда мы уезжали из Германии, поэтому взяли с собой не все. Перевезли только некоторые вещи, некоторую мебель из Германии в Италию, так как нашу итальянскую квартиру, которую Филиппа получил от своих родителей, мы ее хотели в любом случае сохранять, хотя бы для время отпуска. И старую темную итальянскую мебель мы хотели поменять на нашу белую деревянную немецкую мебель. Так, с чего я начала? С того, что мне ни с чем не было так трудно расставаться, как с банками. Может быть, не все мне поверят, но те, кто ежегодно консервирует овощи, знают, о чем речь. Белло, пей потише. У меня получилось всего 13 банок и баночек, и для этого мне понадобилось 13 початков кукурузы. Кукурузные зернышки не нужно складывать в банку плотно. Я заполняю банку примерно на 3/4 кукурузными зернышками. Они должны плавать в рассоле. Ну а теперь буду делать рассол для заливки. Жидкость, в которой варились кукурузные початки, я сохранила. Некоторые из вас мне написали, что, просмотрев наши видеоролики, бегут работать в огород. Я надеюсь, что никто еще параллельно со мной не начал готовить кукурузу и не вылил жидкость, потому что я вовремя это не сказала. Теперь я примерно считаю, сколько мне понадобится рассола. На 1 литр жидкости я добавляю 2 столовые ложки сахара и 1 столовую ложку соли. Рассол у меня закипел, буду заливать банки.
Кукурузу я залила горячим рассолом и плотно закрутила крышки. У нас еще осталось несколько початков кукурузы. Часть из них мы съедим свеженькими, а другую часть заморозим. Рассол у кукурузы выглядит мутным из-за большого содержания крахмала. Со временем он осядет. Осталось банки только простерилизовать. Стерилизовать я их буду в большой кастрюле, на дно положу чистое тонкое полотенце, чтобы банки не лопнули, и буду варить их 40 минут. Банки я стерилизовала 40 минут и оставила их еще в горячей воде стоять всю ночь. Всего у нас получилось 13 баночек кукурузы. Я думаю, больше чем 13 баночек кукурузы в год мы не покупаем. Поэтому исхожу из того, что этой кукурузы нам хватит на весь год, до следующего урожая. Пишите мне в комментариях, понравился ли вам рецепт. Если кто-то консервирует кукурузу другим способом, то тоже можете написать мне в комментариях. Занимаемся сегодня сбором семян. Я только что собрала семена красного салата. Этот салат я выращивала еще в Германии. Речь идет о вот таком лиловом, очень красивом салате. Растение этого салата впервые я купила на одном крестьянском дворе, на одной ферме в Германии, которая занимается выращиванием экологически чистых продуктов. То есть они не используют гентехники и не используют семян гибридных сортов. Теперь Филиппа помогает мне собирать семена шпината. И сегодня мне бы хотелось обратить ваше внимание, затронуть как раз-то тему гибридных семян. К сожалению, мне все чаще приходится сталкиваться с тем, что огородники все больше и больше пользуются гибридными семенами. Оправдывается это тем, что у гибридных семян, у овощей, выращенных из гибридных семян, лучшая урожайность. Лично я эту тенденцию не поддерживаю, потому что я знаю, что когда речь заходит о гибридных сортах овощей, то это овощи, которые не могут сами себя воспроизводить. По официальным данным, в настоящее время примерно 60-80% всех семян находятся в руках крупных концернов. Если учитывать то, что семена всегда были народным достоянием, то очень важно поддерживать эту традицию и дальше. Чтобы и в будущем у простого народа остался доступ к нормальным семенам, которые могут себя воспроизводить во втором, в третьем и в четвертом поколении и так далее. Чтобы мы себя при желании могли самообеспечивать, сохраняя таким образом частичку нашей независимости. Именно поэтому я считаю, что это очень-очень важно передавать семена из поколения в поколение, обмениваться семенами. Я знаю, что сейчас как раз создается очень много проектов людьми, которые об этом задумываются, и создаются платформы, на которых можно обменяться семенами и таким образом размножить их и сохранить для будущих поколений. Все вышесказанное не означает, конечно, что я осуждаю каждого, кто пользуется гибридными семенами. Я считаю, что дело просто в отсутствии информации и в том, что многие из нас об этом просто не задумываются. Затронув эту тему, я буду, конечно, очень рада, если среди вас есть дачники, огородники, которые задумаются на эту тему и задумаются о важности семян, которые могут воспроизводить себя сами. И задумаются о важности именно старых сортов и о том, чтобы их сохранить для будущего поколения. Для того, чтобы не передавать всю ответственность в руки государству и не отдавать наше народное достояние полностью в руки больших концернов. Мы сегодня, возвращаясь с моря, заехали ко второй тете Филиппу, которая живет здесь неподалеку, и решили подняться на гору Сант-Калоджеро. Я часто говорю о том, что город Шака располагается на Средиземном побережье, но, по-моему, еще никогда не рассказывала, что город Шака лежит
у подножья горы Сант-Калоджеро. Отсюда с горы Сант-Калоджеро открывается просто шикарный вид на город и на морское побережье. Назвали гору Сан-Калоджеро, потому что здесь много лет назад жил чернокожий монах-отшельник. Жил он в одиночестве, и до сегодняшних дней осталась информация, что его сопровождала косуля, молоком которой он питался. Девчонки, мы наверх хотим подняться. В 16 веке здесь была построена церковь. Сделать съемку внутри у меня, к сожалению, не получится в этот раз, потому что там идет служба. И отсюда же сверху видно даже порт города Шакки. Закончу видеоролик я сегодня там же, где я его начинала, на террасе нашего дома. Спасибо вам за просмотры. Если мы вам интересны, поделитесь с нами, пожалуйста, с вашими друзьями. Спасибо заранее и до новых встреч!